Фермеры на финишной прямой сбора урожая сливы, который в этом году богаче, чем в прошлом. В саду Олега Пакалео выращивают сорт Стэнли, являющийся одним из самых ценных, так как он хорош как для употребления в свежем виде, так и для переработки. Мы попали на последний день сбора урожая сливы. И хотя лучшие плоды уже давно продали на экспорт, а оставшиеся предназначены для засушки, эти сливы тоже очень вкусные. Фермер занимается сливами уже 7-й год. В его хозяйстве 8 гектаров деревьев, которые принесли ему около 240 тонн. С самых плодоносных деревьев собирают до 50 килограммов фруктов. Рода у факутка декит, но и сентем пынала момент ку реколтаря рода, и мотиву к кам нота дебиня фост ку реализаря. Am cules, am început culesul undeva pe 9-10 septembrie, prima partidă am mers la export, am cules cu un preț mai bun, mai departe am cules, am strâns din urmă cei ce au rămas la țuică, cu un preț mai redus, acum strângem ultima roadă, strângem prunile care vor fi duse la uscătorii, la uscat. Хотя урожай богаче, чем в 2022-м, и фермер выйдет в небольшой плюс, доходы не позволят ему развивать свой бизнес. Самая большая проблема – это цена и рынок сбыта. Поскольку у фермера пока нет всех необходимых условий, мужчине приходится экспортировать сливы через посредников. Ану прецедент пруна фос ши май пуцин, ка ера пуцин интрат перод, ам птуда пентру экспорт, ам дат ла прецу де 6 лей. Ану ацеста prețul pentru export 5, la țuică 2, la uscat 3,50. Самому собрать все фрукты не удается, поэтому мужчине помогают соседи и другие жители деревни. De la acest copac strângem în jurul la 30-40 de kilograme. Durata strânsului durează undeva la 10-15 minute. Не мутаем лалт копак, мерим мои парти. В будущем Олег Пакалео намерен оборудовать собственную сушильную камеру и холодильник, чтобы иметь возможность экспортировать урожай самостоятельно. В этом году, по предварительным оценкам, урожай сливы в Республике Молдова составит около 85 тысяч тонн, что знаменует возвращение на обычный уровень после прошлогодней засухи. Большая часть урожая пойдет на экспорт, в основном в страны Европейского Союза.